Эксперт. Турция под давлением Запада вынуждена отказаться от сближения с Россией. Давление Запада и США на Турцию усиливается. Турция вынуждена отказаться от определенного экономического сближения, которое у нее было с РФ. Об этом в беседе с корреспондентом «Новости Армении» News M заявил тюрколог Рубен Сафрастян. В конце прошлого года, когда в Турцию приехала американская делегация, и с этого времени основные турецкие банки отказываются обслуживать сделки, проходившие между российскими и турецкими компаниями. Именно поэтому объем торговли между двумя странами снизился. С другой стороны, Турция надеялась, что сможет привлечь инвестиции из арабских стран в ближайшие годы, но этого не произошло. В связи с этим единственным необходимым источником инвестиций остается Запад. Россия заинтересована в хороших отношениях с Турцией, поскольку изолирована на мировой арене. Поэтому я не думаю, что проблемы, существующие в финансовой, экономической и в какой-то степени геополитической сферах, оказывают конкретное влияние на российско-турецкие отношения, например, в нашем регионе, отметил эксперт.